Всем привет! Сегодня суббота, наконец-то наступили выходные, а это значит, что мы продолжаем исследовать остров Мияко. Мы находимся не на главном острове Мияко, а на соседнем небольшом острове и просто ездили, смотрели, исследовали и нашли хороший пляж, где можно поплавать с трубкой, посмотреть на рыбок. Тут очень спокойное, красивое море. Вот сейчас мы поплаваем. Ну, полная экипировка, полная защита от солнца. Сейчас еще шапочку одену. Ага. Пытаюсь одеть. Наше снаряжение. Ласты, маска. Все, экипировались? Да. Идем. Пошли. Камера, наверное, не может передать всю красоту. Вот, обязательно вернемся. Сейчас пойдем поищем что-нибудь покушать. Наплавали аппетит. Потрясающе, кстати, тебя. Очень вкусно. Вот здесь намного прохладнее, чем сейчас в Токио. Вчера говорил с коллегами с работы, в Токио, в Осаке люди умирают от жары. 35-36 градусов. Днем выйти невозможно из дома, а мы сидим. Вот. Солнце почти к зените, но на самом деле прохладно. Когда ветерок немного есть, прохладно. Хочется весь день так сидеть. Клянусь. Пить местные тропические соки. Пить местные. Кататься море. Красота. Знак для автомобилистов, который предупреждает о разных морских жителях, которые могут тут переходить дорогу. Вот так. Местный житель. Да. Ракушка занята. Окей, все, извините, пожалуйста. Пойдем вас обратно, живите. Как он хорошо замаскировался. Вот еще один местный житель идеальная замаскировался. Маскировка. Просто идеально. Да, да, да. Похож просто на какой-то выставку. Тоже занят. Тоже ракушка занята. А вон там сидит морской еж. Видно, интересно? Вон там, внутри. Колючий. Он очень... Осторожно, потому что справа от твоей ноги в глубине тоже здесь еще один морской еж. Ой-ой-ой, слушайте, здесь прям наступить нельзя. Морские обитатели какие-то. Здесь, оказывается, тоже есть местные жители. Хорошо, что я проверила, да, перед тем, как забрать домой. Которого мы взяли, думали, что он пустой, оказывается, ну, да, тоже занят. Ну хорошо. Ладно, выпускай его.
здесь точно мы не найдем.